процента. Почему образовался такой слой калуса на этих двух прививках? Они были замотаны изолентой обратной стороной. Возможно, не было необходимой силы сдавливания или биологическая несовместимость. Норма острее острова. Значит, не буду говорить. Ну, моя лента мне нравится больше, чем изолента. А Павел Троценко мне человек не чужой. Один из ближних друзей. Изолента я тоже заматывал. Но у нее нет упругости. Вы знаете, когда я, мне уже неудобно рекламировать на нашу Троценко. Это, то есть это наши Сафронов упаковки с лентами. Но я показывал, вот эта вот сила, да, ну, можно было вот в таком лежать. Вот такая вот, вот так вот начинаешь. Не рвется, не рвется, не рвется. Ну, когда обмотал, она вот это ведь держит, как пружит, так и держит. А возьмите изоленту, да что угодно другое. Или где-то даже было, вот этот, мне прислали. Кто-то хитрец взял обыкновенный перочинный нож, ну, не совсем перочинный, но заточенный на две стороны, и еще эту сантехническую рулончик ленты, в упаковочку и написал набор для прививок. И то не годится, и то не годится. Там же сопля, помните, это белая, она же как сопля, она же чтобы держала. А теперь смотрите, что у вас получилось. Вот. Да, действительно, получился калус. Видите, какой. Значит, здесь бывает так, как когда-то академик, когда-то тоже был непризнанный гений. Аппарат его, который кости сращивает. О, память. Думал, всю жизнь буду помнить. Гениально же. Аппарат. Вот там, получается, кости не совсем соединяются. И нарастается костная масса. Вот такая же костная масса. Принцип тоже. Вот нарастает здесь. То есть, это я Павлу отвечаю на его вопрос. Здесь было плохое сжатие. Вот и все. Вот. Ну, надеюсь, кто меня понял. Как же тут аппарат-то назывался? Человеку кости сращивают, но не сильно, а чтобы костная масса нарастала. Даже удлиняют ноги таким путем. Вот. Вот этот принцип такой. Только там костная масса, а здесь это называется калус. Вот. То есть срасти срослось, но сжатие было не сильно, и вот и результат. Обычно такая же беда случается, знаете где? Это самая лучшая фотография из рекламы всевозможных этих прививочных секаторов. Вот видите калус? Это еще что? Там бывало страшнее в 100 раз. Только даже на рекламе. Вот, то есть это совершенно негодная вещь. А продают их миллионами. Вот. Удобно, чек готово. Только что потом получается калус. А вот этот калус, он не обладает морозостойкостью. Вот это чистая кары вот так. То есть вот здесь, допустим, минус 40, а вот здесь будет минус 20. Потом обмерзание, мороз пошел внутрь. Вот вам пример.